Готовим тыквенную кашу. Это тыква. Покупал в Пуде, типа Пятерочки магазин. Стоит 23 рубля, кажется, килограмм. Ну, короче, там есть отрезками, есть полные тыквы. Недорого. Здесь вот варится пшено. Можно с рисом варить. Кто как любит. То есть пшено обычное. Сначала я его кидаю, он разваривается чуть-чуть. Потом в воде, кстати, варю. Можно на молоке, но на молоке каша пригорает. На воде сначала можно наварить его. То есть сахарок сюда. Сахарок, пшено. Оно разваривается чуть. И бросаем туда тыкву. А потом можно добавлять молоко, когда оно все сварится, маслица, и будет вам счастье, тыквенная кашка. Так что вот, всем привет.